Раз, 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 проверка связи. Как меня видно, как меня слышно? Раз, 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 два, три, четыре, пять. Плюсики пошли. Репетиция. Так, слайды еще проверю. Так, если слайды листаю, листаются. Ну все, ладно тогда. Слайды, наверное, листаются, да? Ага, ну ладно. Отключаюсь тогда, все хорошо. До встречи. Всем привет. Так, как-то меня мутно видно сегодня. Так, елочку не видно. Так вот. Так, главное, чтобы было елочку видно. Меня можно и не видеть. Даже две елочки. Как вы знаете, у нас скоро Новый год. Как меня видно, как меня слышно? Так, я смотрю еще на телефоне. Вроде бы все видно. Хорошо. Секундочку. Все, отключу лишнее, телефоны отключу. Уберу. Да, Оля, приду к тебе украшу. Была бы ты на соседней улице, конечно, всем бы ходила, елки украшала. Так, итак, время у нас 20:00. Слышали песню, которую я сейчас включила? Я вот сейчас сидела и вспоминала, как этот фильм называется, который вот на фоне этой песни был. Такой классный фильм, мы его как-то смотрели с детьми. И вот сижу и что-то захлестнуло, не могу вспомнить, как называется фильм. Обязательно его посмотрите, как раз он к этой песне в тему. И вообще в тему жизни. Да. Да, крутая песня, крутой ролик. И крутой фильм. И мы вообще все крутые. Только у меня с голосом немножко не в порядке. Немножко приболело. Вот. Поэтому я буду так как-то, наверное, в полголоса. Я надеюсь, что меня слышно хорошо. Не знаю, у всех ли видно хорошо и слышно. Все хорошо, да. Вика, я не знаю, почему тормозит. Может быть, ну, не знаю, браузер, может быть, не справляется. Итак, сегодня у нас тема вебинара «Предпринимательское мышление через факты гордости компании». Такая, конечно, длинная тема. Но я думаю, что, наверное, все со мной согласятся, что быть предпринимателем – это не то, что только вот такая должна быть хватка предпринимательская, какая-то жилка предпринимательская, чтобы где-то чувствовали деньги, чтобы как-то вроде бы на себя все тянули, да, для себя все делали. Я думаю, что предприниматели, они все равно так или иначе сотрудничают с какими-то компаниями, с какими-то проектами, какое-то свое дело у них есть. И об этой компании, как в нашем случае, я, конечно, говорю про Oriflame, мы как предприниматели, мы должны все-таки знать про эту компанию, мы должны ей гордиться, и вот эти факты гордости мы как-то должны донести людям. То есть, конечно, можно этот вебинар на 4 часа, наверное, растянуть, потому что очень много фактов у компании, которые мы, ну, я не знаю, наверное, наизусть, конечно, не выучим, но то, что новичкам мы должны давать, вот тот минимум, который я сегодня дам, мы новичкам все-таки должны рассказывать. Так, итак, сейчас еще посмотрим, как это на слайде. Давайте сразу же начну с наших достижений. То, что не буду рассказывать, что компания Oriflame – это косметическая компания номер один уже в мире. Я начну с таких, с небольших в рамках нашего проекта, с небольших таких достижений, потому что в первую очередь люди спрашивают, а у вас есть такие, ну, примеры, да, которые здесь деньги зарабатывают, есть такие, которые, допустим, ну, нигде не работают, да, я только в Oriflame работаю, что они получают. То есть в первую очередь все равно люди идут на людей, и у нас как раз есть такие факты гордости вот именно нашей команды, даже не в целиком компании, а нашей команды, которыми мы можем гордиться, о которых мы можем рассказывать людям. Это самое первое, это Лена Рублева, это наш бриллиант. Лена и Дима, конечно, я включила слайд только Лену. Дима, прости,
исправлюсь. Они уже 10 лет в бизнесе. Она дважды мама, в бизнесе они вместе с мужем, и за последний год они закрыли 4 звания, в том числе звание уровень бриллиант. Чтобы все понимали, возможно, здесь есть новички, что дает нам уровень бриллиант, это, во-первых, уже больше 200 тысяч рублей в месяц заработок. Я думаю, что этим, в принципе, все сказано, плюс еще бонусы, плюс еще премии. Про них вам расскажет ваш человек, который вас пригласил, вас спонсор. Дальше у нас такая тоже наша большая звезда, которой мы все гордимся, которая пригласила, ну, в том числе меня, нескольких человек из нашей команды в проект. Это Настя Лобовикова. Она 2 года в бизнесе, тоже дважды мама. За последний год она закрыла 3 звания, в том числе золотой директор, старший золотой директор. Я думаю, что скоро мы тоже будем отмечать уже уровень бриллианта у Насти. Она уверенно идет к этой ступеньке своей карьерной лестницы. Вот до этого я называла молодые, да, были девушки. Это для тех, кто говорит, что, ну, это уже не мое, я уже, наверное, в возрасте, я уже там пенсионер, я уже там, ну, не знаю, мне уже далеко за 40, за 50, за 60. У нас есть Надежда Резинина. Она 1,5 года в бизнесе, и через 6 месяцев она уже открыла уровень директора, и сейчас она находится на уровне директора в открытом звании золотой директор. То есть все возрасты этому бизнесу подвластны. Дальше еще наш директор, это уже в моей команде, Галина Кардакова, 1,5 года в бизнесе. И за первый год работы она закрыла уровень директор и находится сейчас в квалификации золотой директор. Я думаю, что скоро мы тоже ее будем поздравлять. Дальше Вика Решетникова, тоже 1,5 года в бизнесе. Она открыла уровень директора буквально за 3 месяца. И находится сейчас в открытой квалификации золотой директор, который вот прямо вот тоже, наверное, скоро, вот буквально даже на днях, наверное, ну, может быть, не на днях, может, скоро она совсем этот уровень закроет. Так, и дальше давайте я буду рассказывать все-таки о компании. Вот это наши звездочки. У нас, конечно, очень много еще восходящих звезд, очень много людей, которые открыли уровень директора, тоже в скорости они его закроют. То есть люди все равно здесь приходят, люди здесь зарабатывают, люди здесь получают то, что ищут. Итак, вернемся к нашей компании. Компания Reflame – это шведская компания. Если говорить о том, что сейчас очень много компаний однодневок, которые, допустим, год, ну, в крайнем случае, 2 года просуществовали и закрылись. Вот люди нам тоже часто такие возражения преподносят, что, ну, верхушка, да, снимает все сливки, а остальные никто не зарабатывает. Вот это как раз компания однодневки, они как раз такой у них принцип работы. Они набрали у низов денег, получается, сами наварились, а потом компания вся развалилась. Но здесь в нашем случае об этом говорить не приходится, потому что возраст компании 50 лет. Если уже 50 лет компания на рынке, то она уже, наверное, вряд ли развалится. Это международный бизнес, а он охватывает уже 62 страны мира. В том числе в Россию пришел бизнес 20 лет назад, и Россия работает, по-моему, если не ошибаюсь, где-то с 30, наверное, странами, да, мира. И это очень хорошо известный, раскрученный бренд. То есть вам уже не нужно говорить человеку, что это компания Reflame, и рассказывать о ней долго-долго. Обычно, если говорить, что это компания Reflame, слышали такую? Все говорят, что слышали. То есть даже уже, в принципе, преподносить ее не надо. Все ее знают, у всех она на слуху. Reflame распространяет товары массового спроса, то есть очень большое количество наименований продукции, и они, как сказать так, ну, проще говоря, быстро заканчиваются. То есть не нужно, допустим, зубную пасту использовать целый год. То есть человек, если он, допустим, покупает зубную пасту, зубную щетку, мыло, туалетную воду, то есть рано или поздно вот этот товар заканчивается, и человек все равно приходит и второй раз будет покупать, и третий раз будет покупать. То есть товары такие массового спроса. И еще хочу сказать, что Oriflame стоит на третьем месте по онлайн-заказам после российских железных дорог и Аэрофлота. То есть на третьем месте, понимаете, по товарообороту. Товарооборот компании составляет 1,4 миллиарда долларов в год. Это вообще такой, как это слово даже подобрать, такой обалденный товарооборот, обалденные такие цифры, которые складываются из маленьких-маленьких покупок всех наших консультантов, то есть нас с вами. Быстрая и очень удобная доставка. Более 4 тысяч у нас сервисных пунктов обслуживания по стране.
практически уже, наверное, ну, я думаю, что почти в любом уже поселке, наверное, есть даже по одному и, может быть, даже по два сервисных пункта обслуживания. То есть доставка практически до крыльца. То есть вы приходите, товар свой забираете. Очень доступные цены по сравнению даже с магазином, особенно в период акций или каких-то других бонусов. Очень много, да, у компании. Распродажи бывают, до 85% скидки бывают на товар. То есть цены очень доступные. Если сравнить, допустим, с магазинными ценами, нисколько не уступает. А качество товаров лучше, чем в магазине. Потому что в магазин, если мы пришли, мы не знаем, по сути дела, откуда этот товар привезли. Возможно, его привезли на самом деле из Франции, да, какую-то французскую тушь. А возможно, может быть, сделали ее где-нибудь там в соседнем городе, какой-то подворотне там разлили, да, бутылочки такие красивые наклеили. И нам продают за такую за баснословную стоимость. А у нас товар прямо от производителя. У нас нет таких оптовых перевалочных пунктов. То есть товар у нас не поддельный. Товар весь сертифицированный. Так, еще у нас товары есть товары категории wellness. Это сейчас очень модно. Это сейчас во всем мире очень одобряется, в том числе в России. В России очень много людей, последователей wellness. Wellness, то есть это здоровая жизнь, здоровое питание, то есть здоровый образ жизни. И как раз для поддержки здорового образа жизни у нас есть такие товары, как коктейли, супчики, батончики, витаминчики. То есть именно то, что нужно нам для нашей жизнедеятельности. Есть отдельные такие категории, как для похудения, для потолстения кому-то нужно. У нас, наверное, в основном все худеют. Детские витамины для поддержания умственных способностей, омега-3 для взрослых, омега-3 для детей. То есть это очень нужный витамин, омега-3, жирные кислоты, которые вот нам уже в садике, кстати, не давали, но людей чуть постарше нас, вот, допустим, не знаю, которым лет 50, наверное, да, в садике давали раньше витамин D, рыбий жир, всем давали. И все были умные. Потом самые умные, которые они куда-то слиняли за границу, кому не нашлось применения в России. То есть это очень востребованная сейчас продукция. Нужно только грамотно суметь ее преподнести, грамотно суметь продать ее, ну и, конечно же, себя с этой продукцией. Очень высокое качество продукции. И если, допустим, сравнивать с другими MLM-компаниями, то на первое место, конечно, стоят компании, у которых есть собственное производство. У нас в компании есть 5 таких производств, которые находятся в Швеции, в том числе в России, в Ногинске, в Китае, в Польше и в Индии. И есть свои научно-исследовательские центры, в которых работают более 100 ученых, в Стокгольме и в Дублине. То есть вся продукция, она не просто так где-то там намешана, да, в подворотне, она все-таки в научно-исследовательских центрах, в институтах вся опробована и сертифицирована. И имеется вся продукция под знаком качества GMP. Ну, не вся продукция, почти вся продукция – это высочайший стандарт качества во всем мире. Также продукция наша не, как это сказать, не содержит таких веществ, которые загрязняют окружающую среду. И вот эти все знаки качества, они как раз отличают нас от других компаний. То есть они признаны во всем мире, что компания Reflame борется вообще за охрану окружающей среды, за здоровый образ жизни, за красоту. То есть вот такие у нас факты гордости. Магнус Бренстром, главный исполнительный директор компании, также с 2012 года является президентом Европейской ассоциации прямых продаж. И компания является членом Европейской и Российской ассоциации прямых продаж и соблюдает и поддерживает кодексы этики этих организаций. Компания также является соучредителем Всемирного детского фонда, то есть является официальным благотворительным фондом, то есть помогает детям, помогает, занимается благотворительностью, что тоже очень приветствуется. И я думаю, что не все компании могут себе позволить какие-то деньги отчислять на благотворительность. Еще с компанией Reflame сотрудничают очень много звезд, не только мы с вами, но и звезды такие, как Валерия, Жанна Фриске, да, раньше сотрудничала, пользовалась косметикой, Гарик Харламов, Дима Билан, Евгений Плющенко, фигурист, Алсу, певица, Ани Лорак, Максим, тоже певицы, да, Тина Канделаки. То есть эти все фамилии, они, в принципе, у нас у всех на слуху, и мы тоже можем этим воспользоваться, когда людям говорим, что из себя представляет Oriflame.
То есть это не абы кто пользуется этой косметикой, а мировые звезды. Так, что еще хотел сказать? Вот, еще в компании очень хорошая есть программа «Мой автомобиль». То есть компания сотрудничает с очень известными автомобильными брендами, такими как «Шкода», Volvo, Lexus, Volkswagen, Audi, BMW. Но я точно знаю, что я здесь не все компании написала. Написала только те, что вспомнила. И с уровня директор мы уже можем себе позволить приобрести автомобиль по программе «Мой автомобиль». То есть компания нам будет давать деньги. Просто, по сути дела, давать деньги, чтобы мы оплачивали свой автомобиль. А с уровня бриллианта там уже автомобиль пороскошнее, по цене где-то от 2 миллионов рублей. И с уровня президент там уже от 3 миллионов рублей. То есть вообще машины можно здесь получить на любой вкус. А, то не во всех компаниях, я думаю, что автомобильная программа действует. Ну, в таких уважающих себя компаниях, как Oriflame, конечно же, автомобильная программа есть. И еще, вот это факт гордости, наверное, номер один по сравнению со всеми другими компаниями, это менеджерские конференции. То есть компания возит менеджеров с уровня 15% уже в путешествие. А что такое уровень 15%? 15% это, ну, если так вот, ну, грубо говоря, заработок там от 5 до 8 тысяч рублей в каталог. И на таком уровне, да, то есть человек, по сути дела, вроде бы даже еще не зарабатывает, да, такие деньги, и компания его везет за границу. То есть ездили, была самая первая конференция, это в Египте, потом была конференция в Сочи, ну, почти что за границей, да. Недавно была конференция в Болгарии, тоже у нас много людей туда ездило. И вот в мае месяце уже собираемся ехать в Хорватию. Это тоже менеджерская конференция с уровня 15%. И любой, кто выполнит квалификацию, выполнит условия квалификации, тот может поехать в такие путешествия. Так, ну еще же у нас такие есть масштабные мероприятия в Москве и за границей. Вот посмотрите, как раз это наша команда. Люди из нашей команды ездили в Москву на банкет директоров. Вот в центре фотографии это из Болгарии. Каменный такой лес. А в Кирове мы тоже собираемся частенько. А собираемся, конечно, у нас мероприятия проходят такие небольшие. Допустим, у нас в Кельмезии проходят часто мероприятия. Ну, не часто, раз в каталог мы собираемся. В других поселках тоже проходят. А, так, на фотографии еще Лена с Настей. Вот они ездили на круизном лайнере летом. То есть, по сути дела, это каждый может себе позволить здесь побывать. Так, и еще тоже я уникальность нашего проекта, тоже именно проекта «Парус», тоже отнесла как фактом гордости компании. Ну, фактом гордости, наверное, такое небольшого звена нашей компании, такой системы, бизнес-системы «Парус». То есть, что мы можем дать людям, которые пришли, ну, что даже пообещать, да, гарантировать людям, которые пришли в наш проект, именно в наш проект «Парус». Это первое, это готовая пошаговая система, которая ведет к гарантированному успеху. Второе, это бесплатное ежедневное обучение. У нас есть вебинары, тренинги, марафоны, видеозаписи на YouTube-канале, есть чаты. То есть все это есть ежедневно и бесплатно. Так, квесты, марафоны, соревнования, школа актива, постоянная движуха. То есть если человек-новичок пришел, он уже один сам по себе не останется. То есть если даже ему наставник не может сиюминутно ответить, то ему в чате все равно однозначно дадут ответ на его вопрос. То есть все равно он будет обучаться, ответы все найдет на свои вопросы. Это общение практически 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. То есть без выходных, без праздников, без ночи даже, можно сказать. Я знаю, что девочки некоторые ночью работают и переписываются, и разговаривают по телефону, и созваниваются, планерки проводят. Это совместное планирование с новичками, это поддержка на каждом этапе. И как следствие от всех этих шагов успешных, это быстрый старт и быстрый гарантированный доход. Основа бизнеса у нас личное потребление, не продажи. Если, конечно, хотите продавать, можете продавать. Но в основном это все личное потребление. И восьмое, так, это уже тут что-то я добавила от себя. Некоторые процессы можно автоматизировать. То есть у нас жизнь не стоит на месте, у нас есть сайты, у нас есть какие-то, ну вот чаты, я уже сказала, да, вебинары, все это на полуавтомате делается. И если все будете выполнять так, как положено, то, делать то, что нужно, то
получите, конечно, гарантированный доход. Вот до этого час назад проводили вебинар девочки нашей, Катя с Ларисой. И мне очень понравился последний слайд. Говорили, рекрутировать, как дышать. Вот если мы все научимся рекрутировать, как дышать, то у нас все будет окей, и все поедем в путешествие, и все будем встречаться там и вебинары проводить уже из мест, как говорится, под пальмами. Так, что у нас еще под конец? Как-то я так быстро протараторила. Что будет завтра, решать вам. И помните, пока вы в раздумьях, с вами или без вас, мы заработаем достойные деньги. Не теряйте времени, начинайте работать прямо сейчас. Если не знаете, что нужно делать, для начала свяжитесь с тем человеком, который пригласил вас в компанию, и составьте подробный план ваших действий, вашей работы. На этом я свой вебинар заканчиваю, и попутного ветра вам в паруса. Возможно, есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Всем пока!